В сообщении Центробанка отмечается, что Пробизнесбанк проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате кредитная организация полностью утратила собственные средства. А руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации. При таких обстоятельствах ЦБ исполнил обязанность по отзыву у банка лицензии на осуществление банковских операций, комментируют представители госрегулятора. По величине активов, согласно данным Центробанка, Пробизнесбанк занимал на 1 августа 2015 года 51 место в банковской системе России. Надо сказать, что он являлся участником системы страхования вкладов. Однако сейчас к рязанским офисам этого кредитного учреждения выстраиваются очереди из бывших клиентов. В этой стране никому, никакому банку и даже себе уже верить нельзя. Все, что я могу сказать. А вы вкладывали деньги или как? Я и предприниматель, и вкладчик. Сейчас до руководства Пробизнесбанка дозвониться не удается. При этом все рязанские офисы закрыты. Пострадавшие вкладчики могут получить информацию на сайте агентства по страхованию вкладов.